Друзья, всем привет! Это мы в Саратове. Вот он, железнодорожный вокзал. Сегодня 9 сентября. Прогуливаемся. Сейчас стоянка поезда 38 минут. Погодка солнечная, есть облака, но в основном солнечно. Люди уже в основном таких теплые куртки надевают, ну такие осенние, осенне-весенние. Но я вот сейчас в шортах вышел, вполне нормально. Вот наш поезд. Народ вышел прогуляться, подышать. Вот иду вдоль путей напротив железнодорожного вокзала. Пройдемся, посмотрим обстановку. Ну, здесь всякие киоски, понятно. Соки, воды, мороженое. Ну, как везде продается. Вот выход в город, 9.09, температура плюс 16 сейчас показывает. Так, сейчас немножко пройдемся. Вон сколько народу. Кто-то садится, кто-то выходит с поездов, кто-то покупает что-то, кто-то просто дышит. Вот такое вот небольшое видео с вокзала Саратова. С перрона, точнее. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Это наш поезд, как раз объявляют. Вот он, Таврия. Это выход в город, на вокзал. Ну и вот наши вагоны. А вот и наш вагон третий. На данный момент. Еще раз, друзья, всем спасибо за внимание.